И все. Спустя 2 недели начинаем извлекать тело. Опа! Что там у нас? На юбилейное попалось. А, она, смотри, падла. Живая еще. Смотри, какой волтузит. Ну вот он и весь результат. Ну и что мы делаем? Мы ее относим просто на мороз. Пусть помёрзнет немножко. На улице-то. Опа. Все. Че, вот и весь результат юбилейного печенья. А вы не верили? Подписываемся на наш канал, ставим лайки, и все будет. О, вот так вот.